о частичной мобилизации. А еще над спецавтобазой разносится это. Я сегодня провожаю сына. У меня гордость великая, и я горжусь своим сыном. Вот, Сережка. Привет, Орел. Настрой боевой. Все, надо тоже товарищи выручать, помогать. Ребята там устали, помощь нужна. Мы идем, пацаны. Еще над спецавтобазой разносится Годько. Мобилизанты торопятся закончить все дела, в том числе жениться, уже не думая об аренде ресторанов и покупке костюмов и платьев с фатой. Еще здесь разносится запах спиртного. Понять можно, ведь орловские мужики могут оказаться там, где будет пахнуть пожарищем и порохом. Так пусть им пока пахнет даже цветами.